Друзья, не так давно раздобыл вот такую китайскую подделку. Это стереосистема в отсеке 525 SoundDisk SD100. Но прежде чем мы начнем с ней знакомиться, давайте ее почистим и отбелим. Перед конечной сборкой данного изделия нам необходимо устранить еще одну проблему. При регулировке громкости вот этим колесом динамики начинают хрипеть, скрипеть, издавать какие-то посторонние шумы, звуки. В общем-то, проблема давно изучена, надо всего лишь смазать все внутри спиртиком и залить индустриальным маслом. Давайте это сделаем. По большому счету основная сборка данного устройства завершена. Верхнюю крышку я пока ставить не буду, для того чтобы бегло ознакомиться, что у нас здесь внутри. Ну и забегая вперед, я уже понял, что я перепутал левый канал с правым, я поменял вот эти вот разъемы. И хочу отметить, что эта система действительно стерео, то есть играет левый, играет правый канал. Внутри мы видим два динамика диаметром 65 мм каждый. Сразу понимаем, что это никакая не high-end система, но тем не менее для нашей ретро-темы она должна что ни на есть подойти оптимально. На передней части мы видим индикацию питания, AUX IN, вход и регулировка громкости. Перфорация для выхода звука. На задней части маркировка SoundDisk SD100,
сделана в Тайване, есть даже патент 92-101. Power – это питание флоппи диска и также вход на 3.5. На основной плате мы не видим ничего необычного, никаких микросхем, никаких чипов, разве что интересные вот такие голубенькие кондеры. Через шлейф у нас мы получаем, собственно, питание и захват звука, вход для звука. Ну и по большому счету вот такая вот примитивная коробочка. Чтобы максимально адекватно понять, как она звучит, давайте ее соберем до конца. Все-таки верхняя крышка как-то грамотно, по крайней мере в теории, должна распределять звук по всему корпусу, и мы должны слышать более лучшую мелодию. Вот теперь наше устройство полностью собрано и готово к работе. В глубину оно 155 мм и выглядит как среднестатистический привод CD-ROM. Вот так. Этот саунд-диск идеально гармонирует совершенно с любым устройством, будь то флоппи-диск или еще какая-нибудь 525 приблуда. И еще я тут проанализировал предназначение этого устройства, помимо его основной задачи вывода звука. И, как я понял, это прям палочка-выручалочка, по крайней мере для меня, потому что есть корпуса с выломанными или с потерянными вот такими заглушками, а чтобы такую заглушку найти, это вы должны понимать, что это прям вот большая на самом деле проблема. Они не подходят то по крепежу, то по посадке, то по цвету, а если цвет подходит, то по оттенку они не подойдут. В общем-то, подобрать вот более-менее... Ну, более-менее, конечно, подберете, но вот прям идеально, конечно же, это будет прям колхоз. Меня этот колхоз бесит. И что вот вставлять в этом случае? Вставлять 525? Но вы знаете, я вообще вот не вижу смысла никакого с CD-ROM-ом рядом вставлять 525, особенно там собирают сборки на Туалатине, там вот этот вот флоппи-диск. У меня был компьютер первый 386DX33 в 96-м году, примерно там 95-96 год мне его купили. И там уже не было этого дисковода, этого дисковода B. У меня уже был двухскоростной CD-ROM, двухскоростной привод. Я помню только эти B-дисководы, когда мы там в школе писали на QuickBasic на этом. Вот там вот эти вот допотопные стояли. Все, вот 3.5, они уже в 95-м году вовсю были распространены 3.5 дисководы. Такой ставить, вот такой метод, но тоже как бы так себе, потому что, как правило, есть дополнительные отсеки под 3.5, и дублировать его тоже не особо, я считаю. Ставить сюда zip-драйв, но не каждому он нравится, не каждый видит в этом задачу. Ставить два CD-ROM-а, но это тупо, как по мне. Здесь я хочу сделать вставку уточнения относительно двух CD-ROM-ов. На самом деле было время, когда два привода были довольно распространены. Ближе к концу 90-х или начало 2000-х годов, когда стали появляться в свободной продаже, уже в бытовом понимании, в доступном, приводы CD-R. И, как правило, люди докупали к своему обычному CD-ROM-у пишущий, и в итоге их получалось два. Но шло время, и записывающий приводы дешевели, постепенно вытесняя обычные. И опять настала та эпоха, когда два устройства было покупать просто нецелесообразно из-за широкой доступности CD-R, а в дальнейшем и CD-RV. Ну а два устройства требовалось разве что, если у вас была мини-студия по копированию дисков. Но это уже совсем другая история. Поставил CD-ROM плюс это, флопик плюс это плюс это. Ну она, в общем-то, это вещь такая, на самом деле, универсальная. Поэтому, если у вас есть возможность такую вещь выцепить, берите, даже не думайте. Ну и в завершение давайте переходить к тестам. Послушаем, как это устройство звучит. Подключаем флоппи питания. Я первоначально думал, что чудесным образом это устройство как-то микширует. Если ему подать два независимых сигнала, то есть, допустим, не зря здесь стоит Yamaha и компьютерный сигнал, то она будет как-то микшировать. Но на самом деле... Основная плата, вот эта основная плата внутри, она забирает на себя первый сигнал. Загорелся индикатор питания, лампочка, что мы включили компьютер. И посмотрим, насколько адекватно это все у нас будет работать. Мобильные колоночки с маленькими динамиками, высокочастотными скорее, или среднечастотными. Никакого здесь качества мы получить, по большому счету, наверное, не можем.
Динамики не захлебываются, звучат вполне себе сносно, учитывая то, что у нас там какая-то никакая MIDI-дочка. И если мы вставляем ему вход на лицевую панель и нажимаем демонстрационный файл от Yamaha, то он перехватывает его на себя и уже играет он, несмотря на то, что поток идет из компьютера параллельно. Когда первоначальный источник отличного качества, как сейчас, то и звучит она сильно лучше. Ну, в общем-то, я надеюсь, вам уже понятно, что из себя представляет этот саунд-диск. Изделие классное, недооцененное. Первоначально я его увидел, думаю, ну что это за какая-то лажа. А вот сейчас я прям в него реально влюбился. Для меня это такая прям находка. На этом все. Ставим пальцы. Всем пока.